Ляськи, масяськи, ляськи, пропердаськи. Так, мне надо забрать остаточки своих вещей в свою комнату новенькую, свой новый дом. Забираем зеркало туда обязательно, мне нужно столик. Так, Габриэла, мой цветок любимый. Луиза, мой второй любимый цветок. Вы уходите вместе со мной. Пожалуй, заберу еще кровать. Две. И маленький свой сундучок. Не трогай сундучок, ну хотя бы сундук. Сундук мой. Я забираю свои шмотки, свою новую хатку. Не мешай мне. Так, еще заберу вот этот стеллаж, пожалуй. И мой секретный сундук. Отвернись, чтоб ты не видел, где он. Сейчас живота польется. Ну сейчас же, ну ты затопишь сейчас весь дом, Кать. Ой-ой-ой-ой-ой, а это самое срочное, что-то поставить, стол туда, горшок поставим. Вот так, ничего не утечет. Сейчас я гляну, есть ли там мои вещи вот в твоей стороне. Это моя комната, в моей комнате ничего не трогай, пожалуйста. Если ты от меня съезжаешь, значит, давай вали отсюда прямо сейчас. Ой, все, хорошо, только ты за мной. Не смей даже идти, ясно? Все, оставайся тут. Больно мне надо за тобой идти, предательница, и я это знаю, и все подписчики это знают. Вот иди в свой вот этот новый дом, вот это, и живи там без меня одна. Ну и все, ну и пока. Ну и вали отсюда. Все, только не смей за мной идти, у меня там секретные постройки, ты не должен их видеть. Ой, больно надо мне за тобой идти, у меня здесь огромный город, у тебя маленький дом, не пойду я за тобой, все. Ну вот и все, ну и будем по отдельности жить. Только я сейчас еще попрощаюсь со своими детьми. Сейчас ничего, мы поделим потом. Алименты еще платить будем. Вот это все раздел имущества. Лошадки, здравствуйте. Не будет короче. Никакого раздела имущества. Слушай, это моя конюшня, я ее строил. И все лошадки здесь мои. Маргариту, я тоже сюда загоню, вот это к мастеру. И Маргариту ты не заберешь с собой. Туда сейчас. Вот так вот, значит. Хорошо, я пойду к пандам тогда. К панды тоже мои, панды не трогай, пожалуйста. И Лизу не трогай, и Филиппа не трогай, никого не трогай. Проваливай давай к себе домой. Но мы же вместе их всех притаскивали. Ты не смеешь так поступать со мной. Были вместе, сейчас не вместе. Не надо было делать то, что ты сделала в предыдущей серии, вот это выживание. Все подписчики видели, как ты меня предала, и всех остальных ты предала. Ага, убила она дракона сразу, такая Катюшка, моя такая профессионалка сразу такая стала, резко захотела сама жить, да? Вот и пойду жить сама. Не только вот посмей за мной пойти. Все, ухожу. Давай, давай, иди, не буду я идти за тобой. Все, я остаюсь здесь, в своем городе. Вот и оставайся, мне еще там ремонт делать, новые вещи устанавливать. Это я поставлю на первый этаж, а Луизу я поставлю на второй этаж. Габриэлу на балконе можно разместить, она там будет отлично смотреться. Так, о, мой домик, вот мой родной домик, я уже иду к тебе. Так, ага. Сейчас. Надо здесь еще мост построить, а то постоянно переплывать приходится к своему дому. Так, оп, оп, ага. Японский бог Майнкрафта, я что, окна забыла закрыть, что ли? Или печенюшку с медом оставила, это что такое? Так, что-то мне кажется, что кто-то еще за мной шпионит тут. Угу. Прячься, прячься, давай, я тебя все равно вижу. А что у тебя дома творится, Кать? Это я у тебя хочу спросить, что у меня дома творится. У меня даже в лодке пчела сидит. Ты что, забыла, ты банку с медом разлила и стены ею обмазала? Это что такое? Не могу понять, Кать. Я не знаю, что это такое. Ай, блин, еще попала под свою же ловушку, ну, блин. Конечно, у тебя электрический забор, ты аккуратней, смотри, он тебя сейчас убьет. Капец, его надо будет снести, какая-то неправильная постройка. Да что ж такое происходит-то? У меня весь дом в пчелах. Ты аккуратней, ты смотри, у тебя Майнкрафт лагает, они прям зависают. Кать, закрывай дверь, они сейчас вылетят все наружу, всех покусают наших детей. Че ты там стоишь, а? Давай скорее сюда. Ты не видишь, у меня проблемы, ну помоги мне, скорее. Ну так... Проблемы у тебя, а не у меня. Я-то тут при чем получается? Твой же дом, ты вот это, ты избавляйся от вот этих всех пчел. Иди там, вытаскивай их наружу, я пока посмотрю. Как мне их всех вытащить наружу? Их просто там сотни, что ли? Ну я ни одна не справлюсь. Да мне-то какая разница? Ты съехал от меня. Вот и разбирайся со своими проблемами сама. Ой, какой ты зануда. Ладно, буду сейчас поводками их вытаскивать оттуда.
Давай, давай. Вытаскивай, вытаскивай поводками, только ты аккуратней. Если ты случайно одну пчелу кокнешь, вот это тебе мало не покажется, ага, ты это знай. Сейчас, подожди. Вот, вот, вроде сколько-то схватило, сейчас мы их будем вытаскивать наружу. Аккуратно, аккуратно, Катюшка, вот это, мышку лишний раз не нажимай. Слушай, слушай, поставь, пожалуйста, мне какой-нибудь этот ствол, я туда буду их цеплять, ну поставь что-нибудь, а. Да мне нечего поставить, ну вот, разве что динамит. Ты какой динамит, убери его, сейчас взорвешь мне тут все. Ну какой-нибудь. Да у меня ничего нет, у меня нет никакой палки, что ты от меня хочешь, пускай их наружу тогда. Катя, иди вытаскивай пчел. Все. Пошла за второй партией, еще надо выбросить их всех отсюда. Ее просто их. Они на втором этаже! А я тебя. Офигеть! Я тебя обрадую, они еще даже на третьем этаже в твоей вот этой спальне, Кать! Слушай, ну поводки хотя бы можешь принести, у меня заканчиваются. А, у меня тоже нет поводков, не, Кать. Я тут вообще ни при чем, я просто за этим наблюдаю. Мне-то какая разница, что у тебя дома вот это нашествие пчел? Мне без разницы. Сбегай, пожалуйста, сбегай на склад, принеси что-нибудь. Ой, побежал вот сюда, пробежался вот туда. Я все, я 2 метра пробежал, устал, Катя, устал. Че мне с ними делать, а? Все, сваливайте отсюда, блин, идите на цветы свои, сажайтесь там, размножайтесь, делайте, что Слушай, хотите. Ты же можешь окна в своем доме все поразбивать, они сами вылетят. Да? Я сейчас тебе все поразбиваю. Ты что, это итальянские стекла? Их нельзя бить. Да я как, заказывала. Какие итальянские? Просто пурпурные, синие, розовые. Ну разбей, потом новые скрафтишь. Так, все, вывожу. Еще последняя партия осталась. Я потеряла дверь. Блин, подожди. Ой. Я, кажется, одну ударила. Блин, они меня сейчас скушают. Я тебе говорил, аккуратно с мышкой не тыкай лишний раз. Кать, ну ты сейчас всех пчёл... Мать моя женщина, господи, прости. Кать, ну ты же понимаешь, что ты всех пчел убить не сможешь. Помоги, пожалуйста, вместе мы сможем. Ой, я тебе помогаю. Давай, Катя, да, ты справишься. Давай. Спасибо, спасибо, давай еще чуть-чуть. Слушай, у меня сейчас крыша поедет. Я ничего не вижу перед собой. Ну это хорошо, но ты аккуратнее. Там пчел еще на втором и на третьем этаже. Я сомневаюсь, что твоя незрительная бронька всех вот этих пчел выдержит, а? Ну у меня еще 4 сердечка осталось. Как думаешь, не смогу выжить? Нет, не сможешь, Катя, не сможешь. Я не могу даже дверь найти, выход, да помоги, ты где я выход? Я за окном, я тут за окном, Кать, смотри, сюда, дай мне руку, я возле тебя, Кать, вот. Давай, я не вижу твоей руки, где? Сзади тебя, Кать, сзади тебя. Сзади меня вообще-то вот стена. Вот я в окне здесь стою, Кать. Все, пипец. Ну... Зато у тебя дома на пчел 20 стало меньше, еще осталось 14 тысяч. Ну, ты справишься, Катя, давай, бей еще раз всех. У вас нет кровати, потому что доступ затруднен, я еще и заспавнилась, фиг пойми где. А-а-а, ну это, кстати, хорошо, тогда у меня есть немножко времени для того, чтобы... обезопасить твою постройку. Я просто тут кое-что, Катя, подготовил возле твоего дома. Погоди. Я подготовил, ты не спрашивай, что я здесь подготовил, Катя. Совершенно не спрашивай. Ты пока идешь домой, я тут все вот так это, ага, разрушу. Сюда. Не-не-не-не-не-не, подожди, да, я вернусь домой, подожди, что ты там задумал? Раз, два, три, это мы сюда... Нет, не раз, два, три, не надо! Да подожди, да ты даже не знаешь, что я делаю потом сюда внутрь. Ну давай, давай, для начала 3 штучки вот так поставим, ага. Ну если что, Катя, я могу начинать, если ты там хочешь, а? Не-не-не, я не хочу, но сейчас, подожди, вернусь домой, подожди, я рядышком уже, подожди. Ага, хорошо, я тогда жду, Кать, давай. Блин, этот забор вонючий, как его снести? Зачем я его вообще поставила? Домой не пробраться даже. Какой фейерверк там? Ты вообще очумел? Что ты там собрался делать? Ага, ну тогда приступаем. Здесь у нас поджигаем нет, и потом... Тинти, какой раз, тинти, два, три, нет, раз, нет, три, нет, вот нет, так, нет, вот так. Не полетело, стига, бутали! Мимо, надеюсь, ты попал. Ну лошара, да, блин, да. Что ты творишь? Сама ты лошара, да, он немножко перелетел. Ну ничего страшного, тогда я сейчас поставлю 2, чтобы он не долетел. Ага. Если ты вообще что ли там попутал? Раз, я два, не понимаю, зачем, за что? Полетели! Я иду к тебе, тебе хана, за что, ёпарасете, иди сюда. Я успею еще немножко взорвать, дай, вот так, раз, два, три, четыре, пять. Ничего, ты не успеешь, нет, остановись, убери! Полетел! Да, Катюшка, я... Ой! Ты очумел совсем? Ты что творишь? Ты что, я почти мой дом? Я вот так и знала, что нужно обсидиановый дом полностью делать. Вот за что? Ну за что? Я просто хотела тебе...
подарок сделать. Какой ты мне подарок хотелось сделать? Съехать от меня? Да, ты убила эндер-дракона, но это не значит, что ты сейчас можешь самостоятельно от меня вот это жить. Сзади Игорюнчик, вот этот утопленник, убей его. Ага, Игорюнчик. Он на меня идет. Так, вот так. Ну, конечно, на тебя идет. Катя, посмотри на меня, кстати, хорошего... Да блин! Вы принесите меня сегодня, да что ж я вам такого сделала? Я тебе просто хотела приготовить подарок, чтобы ты не видел. Поэтому я здесь все огородила. Сделала так, чтобы ты не спалил меня. А подарок-то был в этом доме, ты чуть его не угробил. Если бы не обсидиновая стена, я бы не знаю, что было вообще. В смысле подарок в этом доме? Подожди, нет, стой! Ты от меня съехала, потому что ты убила эндер-дракона, выгнала меня из этого дома и сказала, ты сама здесь будешь жить. Как ты на вот это оправдаешься? Все подписчики начали писать в комментах, чтобы я тебя затроллил. Не, ну ты думаешь, что я действительно могу так поступать? Могу себя так вести? Ну да, я убила дракона, ну да, я немножечко порадовалась. Но все это было постанова. Я просто хотела от тебя кое-что спрятать. Ведь у тебя же праздник как-никак. Я тебе приготовила подарок. Какой у меня праздник? Ну, как какой? Ну, 7 миллионов на канале подписчики собрались, вот. И в этом доме был подарок какой-то? Ну, вроде как он уцелел, насколько мне известно, вот. Ну, тогда все, пойдем за мной, и я тебе покажу его. Так. Вот, это тебе. Это лимончик. Лимончик в честь 7 миллионов на твоем канале. Какой лимончик? Ну, просто все подписчики и ты давно хотели, чтобы наш Чебурак и баба Чебурака сделали чики-бомбони. Но я им там устроила, знаешь, ужин там романтический. И вот получился, так сказать, плод любви, и это тебе подарок. Вот. Подожди, это сын Чебурака? Да, прикинь, это сын Чебурака и баба Чебурака. О чем мне Чебурак ничего не сказал? То, что он сына планирует, и баба Чебурака беременна была, мне тоже ничего никто не сказал. Ну, потому что мы готовили тебе это все, поэтому мне нужно было отвести от себя глаз, чтобы ты сюда не приходил и не спалил это все, ну. То есть электрический забор ты построила для того, чтобы никто не пробрался на твою территорию и не спалил вот эту постройку? Ну, конечно, я же знаю, что тут подписчики твои наркоманы Петровичи гуляют, и ты любишь сюда заходить, поэтому вот так вот все и получилось, ну. А чё ты себя ввела вот паршиво-то так вела себе, типа, я такая Катя, я убила эндер-дракона, иди в жопу, зачем ты себя так вела? Ну, я думала, это поможет тебе немножечко от меня отгородиться, не приходить сюда, и чтобы я смогла спокойно подготовить подарок. Я что-то немножко реально перегнула палку, но ты понимаешь, что ты мог взорвать его нафиг? Так если бы я знал изначально, что ты мне готовишь подарок на 7 миллионов подписчиков, мы бы с подписчиками его... Да вообще бы этот тролик не устраивали! А это лимон, который мы с тобой сейчас повесим на вот это наше дерево, да, с лимонами? Да, это 7-й лимончик будет на дереве. Вообще, знаешь, что мне хочется сказать? Речь. Уважаемый многоуважаемый Эдисон, я поздравляю тебя и всех подписчиков, потому что 7 миллионов на канале — это пипец какая огромная цифра. И я хочу пожелать тебе еще 8, а где 8, там и 9, а где 9, там и 10, и уже бриллиантовая кнопка. Поэтому сейчас слово подписчикам. Вы давайте как бы на этом все не заканчивается. 7 лимонов — это не предел. Вы обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны, потому что вдруг мы до Нового года сможем 8 миллионов собрать, это же пипец как круто будет. Вот, а теперь нам нужно пойти с тобой повесить на дерево этот 7-й лимончик. А, да, давай тогда забирай его, я тогда вот этого... Как его зовут? Лимончик, да, его зовут? Так, давай. Лимончик, в честь 7 лимонов. Ага, ну вот это сделай так, чтобы он встал. На, держи тебе поводок, во-первых. У меня есть поводок, давай. Косточки тоже забирай, это ему в приданное идет. Это поводки выбрасываем. Вставай. Ага, все, давай, лимончик. Да куда ты забрался? Вот сюда, за мной, ага. Пошли, повесим лимончик на вот это, на вот дерево. Он не идет за мной, Кать, выведи его, пожалуйста, на улицу. А, все, он просто на косточки засмотрелся на мои. Ага.
Ну, кстати, да, вчера же стукнуло 7 миллионов подписчиков. Ну, подожди, а если мы реально до Нового года успеем набрать 8 лямов подписчиков, то в следующем году может быть 10, а там бриллиантовая кнопка, и мы потом сделаем 39-часовой стрим в честь этого. Выпустим один день глазами Кати, один день глазами меня, один день глазами мамы Кати, один день глазами моей мамы, один день глазами моими глазами. Короче, Катя, там... Да, тихо, ты так это самое там не расходись, а, давай. Давай вот сначала 8 наберем, а там уже с тобой поговорим. Так, ладно, все. Идем быстро к нашему вот этому дубу, на котором растут лимоны, чтобы туда повесить 8-й лимон. Все, давай, лимончик, вот это не отставай. А слушай, а пока мы идем, можно вопросик небольшой? Давай. Там подписчики что-то писали по поводу трезубца, я так особо ничего и не поняла. Ты, мне кажется, что-то скрываешь от меня. О чем ты говоришь? Ну они писали типа Катя, Эдисон, трезубицы. Я такая, чё? Я ничего не поняла, если честно, и до сих пор не понимаю, что происходит. Слушай, да знать бы, что эти подписчики пишут, да я не знаю, какой трезубец. О чем они вообще? Ну да, у меня есть трезубец, у тебя тоже есть трезубец. А чё трезубец, а? Странно, вот и я не понимаю, ну ладно. Вот и я не понимаю, какой трезубец, какие подписчики, чё хотят от меня? Ой, а ты знаешь, они что-то еще про свадьбу начали говорить. Ну, прям вот каждое второе сообщение, типа, горько, горько, я вообще ничего не понимаю, что хотят. Это пранк? Да это пранк, это, наверное, это часть троллинга. Это подписчики уже, знаешь, какой-то троллинг придумали. Я придумал троллинг с пчелами, чтобы взорвать твой дом, а подписчики придумали с этими, со свадьбой какой-то. Я не знаю, о чем они говорят, Кать, честно. А, кстати, точно, тебе же еще мой дом ремонтировать. В смысле мне ремонтировать твой же дом? Так ты же мне его взорвал. Ну логично, про подарок я... Ладно, все, потом отремонтирую, пошли, лимончик. Не, ну а все же ты точно в последнее время никакой трезубец не выбивал случайно? Да никакой трезубец я не выбивал, про какой трезубец ты вообще говоришь? Ну ладно, не выбивал, так не выбивал, иди сюда, лимончик вешать будем. Все, давай сюда мне лимончик, я его повешу, вот этот, ага, вот этот, ага, это вот сюда лимончик, вот здесь, и давай, куда его вот это будем весить, давай, может... Ну, смотри сам. Давай вот сюда, вот. Ура! Так вот. Салют, в этот раз побольше, чем на твой день рождения. Ура! Ну, у тебя вся жизнь какая-то бракованная, у тебя даже фейерверков нормальных нет, но они хотя бы будут взрываться, нет? А, нет, это простые были. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Целых 7 миллионов на дереве обосраться и не встать, Кать! Ну, я даже не знаю, как мне спасибо сказать и тебе за подарок, и за то, что ты мне нервы потрепала в предыдущей серии, и каждому подписчику, и тебе. Тебе, вот в первую очередь, тем, кто подписан на канал, потому что если бы не вот эта семья перцев, этих лимонов бы вот сейчас на этом дереве не было бы, да. Кушать хочешь, а? Я тебе курочку приготовила еще. Ну давай, не отказался бы пожрать. Ну ты мне, да, я не сама хомяч! Я тебе дала вон целый кусок курицы!